Создать рабочие места для молодежи в Уганде планирует криптовалютная биржа Binance. Планируется сотрудничество с двумя крупными организациями, которые развивают регион, сообщил в Твиттере глава Binance Чанпен Джао. Во время рабочего визита в Уганду состоялась открытая встреча блокчейн-ассоциации Уганды, где и обсуждались варианты и направления сотрудничества. Чтобы создать благоприятную среду для повышения квалификации молодых предпринимателей и всех заинтересованных в развитии блокчейн-продуктов людей, Binance изменит условия партнерских соглашений с учетом специфики местного сообщества. Отдельно отмечается, что развитие рынка Уганды – это первые шаги по расширению присутствия биржи в Африке.